Ох уж эти чиновники, как они любят цифрами убивать свой собственный мозг, и как они нагло лгут, до такой степени нагло, что уж просто даже язык отнимается. Как все это можно обсуждать? Прошло во главе с Путиным совещание по развитию физкультуры и спорта. Они обсуждали то, чего в России нет. Нет никакой физкультуры и спорта нет. Есть шоу. Вот это шоу в мировых масштабах присутствует, и артистов для этого шоу готовят, истязая их организмы разными методами, включая наркотические вещества и допинг, за который поймали, ну за руку поймали. И теперь эта мразь лживая начинает рассказывать, что они будут жесточайшим образом бороться с допингом. Но это все пустяки. Что они лгуны, мы прекрасно знаем, что они отравители, в том числе и спортсменов, мы знаем прекрасно. Спортсмены тоже это знают, но они идут на это, потому что, ну, так вот они выбрали профессию. Здесь им показалось в детские годы, что-то такое успешное у них происходит. И вот они рванули в эту профессию, вдруг удастся заработать. И глядь, действительно, как говорят картежники, фишка пошла. Или фишка, как они иногда там говорят, фишка пошла. Вот. Это да, сейчас мы тут заработаем на оставшуюся жизнь, а вообще-то переедем куда-нибудь, как многие из лучших путинских спортсменов, переезжать куда-нибудь за рубеж. Вот в США, там тепло, там можно купить, и там не отнимут. Потому что спортивные доходы считаются, ну, это неприкасаемо. Вот если ты бизнесмен, тебя могут обчистить, а спортивные нет. Ну, это как вот Нобелевская премия, отнять нельзя. Вот. Фантастическая цифра, которую они озвучивают. 60 миллионов человек в России постоянно занимаются, на постоянной основе занимаются спортом. А вы видели вот вокруг себя, посмотрите, а кто-нибудь занимается постоянно спортом из ваших друзей, близких, знакомых? Сколько постоянно занимаются спортом? 60 миллионов. Если 60 миллионов даже раз в неделю будут ходить в какие-нибудь секции, и 1/10 не войдет в те помещения, которые реально существуют. То есть наглое, бесстыдное вранье. Что Путин врет, что там этот Госкомспорт или что у них там, Министерство спорта. Вот они и трепались об этом битый час, о том, как им все это развивать. И проболтались очередной раз, врали. Что для них самое главное? Самое главное для них это спорт высших достижений. И, как они говорят, селекция детей. Селекция талантливых детей. То есть они не о здоровье пекутся, не о здоровье граждан, не о здоровье наций. Они пекутся о том, чтобы шоу продолжалось, чтобы их личный престиж как-то рос, чтобы они вот на мировом уровне, участвуя в этих театральных постановках, получали там определенные призы. А зачем эти призы? Вот нам с вами, зачем эти призы? Зачем нам эти герои, которые поддерживают гнусный путинский режим? Ну, они же все эти олимпийцы, все эти чемпионы, они же все за Путина. И их просят, и они высказываются. Ну, почти все без исключения вступают в Единую Россию, выступают в поддержку, входят в доверенные лица Путина. Вот они такие, и других нет, мы не видим. Никогда в русском движении не было человека, который был бы значим в мире большого спорта. Они все кочуют туда. Их поддерживает этот режим, который нас уничтожает. Их он поддерживает, нас уничтожает. И они обслуживают этот режим. Они даже на старости лет, когда их забывают, когда им плюют в душу, они все равно остаются поклонниками этого режима. Они не приходят в русские организации, они не выступают против русофобии, они не разоблачают эту среду, наполненную наркотиками, допингами и, в общем, истязаниями человека, которому хочется успеха, хочется денег, и в конце концов, если ему повезет, он не травмируется, он что-то от этого режима получает. А от нас, получается, он ничего не получает. Ну, поэтому, чему на этот народ обращать внимание, это для него никакая не ценность, и он никак не ассоциируется с русским народом, с Россией. И вот они все туда уезжают, за рубеж, там живут, там у них собственность, там у них дети учатся, как и у путинских чиновников. Нам-то что до них? Нам зачем их поддерживать? Зачем нам переживать за их
поражения и за их успехи. Поэтому мы не смотрим, ну, вменяемые люди не смотрят ни футбол, ни хоккей, ни фигурное катание, ничего из этого. Потому что все это обманка. И судебная система там – это обман. И система подготовки – это не радость, которую должны давать физические упражнения человеку. Не умения, которые помогают ему жить в этом сложном мире, а большое шоу со своими внутренними, внутри этого шоу трагедиями, которые нас никак не должны касаться. Мы должны просто выключить из мозгов, и все. Говоря, что у нас 60 миллионов людей занимается спортом, чиновник спортивный объявил цифру, что у нас провал среди занимающихся спортом вот в возрастной группе от 30 лет до 80. Ну, представьте себе, провал от 30 до 80. А что, 60 миллионов, это вот те, которые до 30, что ли? Ну, это просто смешно. Просто смешно. То есть человек сам разоблачился. Провал от 30 до 80. То есть никто на самом деле спортом постоянно не занимается. И не может заниматься, потому что, во-первых, денег нет. Во-вторых, негде. Ну, может быть, смотрят по телевизору футбол, может быть, ну уж точно не 60 миллионов, потому что это бред сивой кобылы. Ну, неужели столько сумасшедших? Еще об одном проболтался спортивный чиновник. Оказывается, для них главное в спорте – это коммерциализация. Ну, мало того, что они детей селекционируют, с 2 лет собрались, для них главное – коммерциализация. Они прям так и говорят, надо сбросить эту ношу с плеч государства. То есть мы с вами должны все это дело оплачивать. То есть они будут оплачивать спорт высших достижений, морочить нам головы, мы будем за это платить из бюджета государства. Зачем? Ну пусть это их шоу, пусть они его организуют, дураки пусть смотрят, и они же пусть оплачивают. Нам-то почему? Почему мы должны из своего кармана, выкладывая деньги в бюджет, тратиться на все это? И плюс они хотят вообще избавиться от того, что, в общем-то, была функция государства, поддержка здоровья человека за счет того, что он занимается активно спортом или физкультурой. Все это они намереваются сбросить, как они выразились, со своих плеч. Конечно, путинское вранье о том, что в России выросла продолжительность жизни за 10 лет на 4,5 года. Ну, это жуткое, просто наглое вранье. Росстату дали задание, они посчитали. Это даже трудно себе представить, а что они вообще считают продолжительностью жизни? Время смерти, то есть возраст смерти или что-то еще? Так мы же даже не знаем об этом. Они нам объявляют, мы проверить не можем. Конечно, это полное вранье. Верить нельзя ни одному слову. Но суммарно мы видим резкое при Путине, резкое ухудшение качества жизни людей. Резкое уменьшение количества людей, которые живут в России. Сверхсмертность, минимальная рождаемость, постоянно уменьшающаяся. И никакие материнские капиталы ничего не дали. И спорта никакого нет, и физкультуры никакой нет. Мы видим тотальное вранье, из которого надо выходить. Надо уничтожать этот режим всеми возможными способами. Он, конечно, сам загнется, но вместе с ним можем загнуться и мы. Поэтому надо стремиться совместными усилиями к уничтожению путинщины. И, конечно, она будет проклята в веках, в этом нет никаких сомнений. Выживем мы или нет, путинщина будет проклята. Но желательно, чтобы мы ее уничтожили раньше, чем она уничтожит нас. Слава Руси, Господи, спаси!